Похоже, это нудная и глупая реклама. Зашел все-таки за самым дешевым ноутбуком и пытались залечить. Типа, тебе он не подойдет для игрушек. Кого лечить собираются? Человека, который вырос на калькуляторы электроника 58 и 62, ну, были такие. На Синклерах я в свое время 2-3 магнитофона сломал, потому что приходилось построить головку. В общем, извините, там не там. И там цен нормальных нет. Нормальные цены здесь, на Карла Маркса 164, Дельта Информ. Здесь есть еще один хороший магазин, но если я его назову, скажут, что я охоту рекламирую и оружие. Этого делать нельзя. Ну, то есть понятно, да? Торговый центр «Семья», напротив трансагентства, ну, центр города. Куда мы приехали и зачем? Ну, для того, чтобы начать электронный ликбез. Как вам грамотно купить хороший компьютер? При этом иногда можно купить хороший компьютер, практически новый. Конечно, прогресс не стоит на месте, но и не ломится вперед с темпами конца 19-го, середины 20 века. И в жизни появились вещи, предназначенные служить и не год, и не два. Вот компьютеры, например. Хотя есть категория людей, которые гонятся за новинками. И гонку эту в основном стимулирует игромания. Вы старый пользователь компьютера? Ну да, в принципе. То есть вы понимаете, да, что такое компьютер? Более-менее, скажем так. За последние 5 лет компьютеры сильно вообще изменились, нет? Очень сильно. Очень сильно изменились, и многое поменялось в этой жизни. А есть ли смысл всегда покупать все новое? Или иногда можно купить и здесь Delta Inform? Смотря для чего вообще. Для чего, смотря, компьютер нужен. Если в интернете, то можно старый, а что если для игрушек, то новый, скорее всего. Игры, потому что на месте не стоят, приходится новый брать. А вы часто играете в компьютер? Да. То есть игроман, да? Геймер. Геймер, да? Но тем не менее пришли за БУ? Да, мне надо просто сейчас на работу взять. На работе компьютер стоит, я в интернете лазю. Памяти не хватает. Насколько это дорого здесь купить БУ? Здесь, по-моему, дешевле всех в этом городе, поэтому сюда я пришел. А вот теперь и поподробнее, и совсем понятным языком. Полностью уничтожить компьютер очень сложно. И это надо постараться. То есть быть вандалом-экспериментатором. Компьютер – это самая сложная и самая надежная вещь в нашей жизни. Сложнее ее только мы сами. Но если руки, ноги и органы свои мы заменить не в силах, то к компьютеру можно улучшить память, расширить ее, ускорить его и разогнать, при этом меняя только компоненты. Как вы поняли, старые или чуть пользованные выкидывать-то смысла и нет, тем более, когда за них дают деньги. Мне понравился ваш избирательный подход. Во-первых, мне понравился ваш ассортимент как нового товара, но есть идеальный БУ, который буквально, наверное, вытащили вчера из компьютера. Да, есть такие позиции. Например, вот 8700 карта, 295 карта. То есть нам приносят не всегда, скажем, старое ненужное. То есть просто бывает у людей тяжелое финансовое положение. Попутно сменить как бы одну платформу на другую, это тоже хороший выход. Поэтому к нам приходят часто топовые позиции, которые, скажем, есть у нас что в новом, что в БУ. Но, естественно, БУ мы оцениваем как более дешевую, потому что там гарантийные как бы обязательства уже лежат на клиенте. Вот. Поэтому можно собрать топовые модели и исходя из БУ компонентов. Естественно, всех интересует цена. Вот мы пришли в раскрученные брендовые салоны, и там... Ну, $1000 – это так, минимум. Сколько будет у вас собрать? Ну, если рассматривать как бы новые компоненты, то вот можете посмотреть, у нас есть сборочки вполне адекватные, двухъядерные машины, памяти 2 гигабайта, про то, что говорят, они у нас стоят ниже 7000. Это что новое. Что касается бушной, то приблизительно такую же конфигурацию мы можем подать за 3-4 тысячи. Теперь для тех, у кого возникли небольшие финансовые трудности, такое бывает. Дело в том, что люди ходят в ломбард, сдают золото. Золота фактически у нас нет, потому что это 585-я проба, там половина меди. Компьютер, который стоит у каждого человека, ну, сейчас уже практически у каждого, это же тоже какие-то денежки. И иногда, ну, 2-3 тысячи – это серьезная помощь. Да, то есть я поэтому и затронул момент, когда вот говорил про БУ компоненты, то есть и топовые, и не топовые, скажем, люди приносят просто, когда у них, так сказать, финансовая трудность, да, они знают, что потом с деньгами будет легче, они уже возьмут сразу более, так сказать, какую-то обновленную модель, более
подходящую под их текущие уже интересы, потому что они тоже со временем у людей меняются. Вот. Поэтому приносят и топовые модели, и, кроме всего прочего, приносят как бы при модернизации, при, так сказать, смене компьютера мы принимаем старые компоненты, как бы за счет этого финансовая нагрузка на клиента при покупке чего-то другого снижается, соответственно. Ну, давайте объясним, что, в принципе, что старые компоненты, что новые компоненты, если по ним молотком не ударили, они такие же работоспособны? Однозначно. Запас жизнестойкости на компоненты, он очень велик. Там он исчисляется, их рассчитывают на длительное использование, 24-часовое, как бы 365 дней в году, то есть там очень плотные, когда их выпускают. И поэтому 15 лет как бы для компьютера, я видел свой старый как бы компьютер, который я продавал, уже, по-моему, в 95-м году он до сих пор работает. Вот. Это что касается, скажем, просто жизнестойкости. Кроме всего прочего, любой как бы вам ремонтник, механик скажет, что подтвердит мои слова, что ломается техника новая в основном в течение где-то полугода, пока детали перерабатываются друг к другу. Это время, вот, так сказать, неустойчивое. Компоненты, которые прошли как бы этот период, они работают и работают. Там уже возникает только фактор человеческий. Вот руки, электропитание, вот эти вот внешний фактор. Внутренний уже как бы не сказывается практически. Я не говорю, что каждая хозяйка должна знать, как устроена посудомоечная машина. Я не говорю, что каждый хозяин должен знать, как устроен автомобиль. Но компьютер – это такая же сложная техника, где несколько комплектующих. Что-то у человека сломалось. Он захотел, ну, может быть, новый компьютер у вас купить. Вы тот принимаете. Если что-то сломалось, за остальное вы деньги ему даете, если это целое? Да, конечно. То есть часто люди звонят, спрашивают, у меня вот компьютер не работает. Можно сдать? Мы говорим, приносите, мы вычленим те компоненты, которые не работают. Их мы не будем принимать. А то, что работает, мы примем. То есть он же состоит из многих деталей. Какие-то не работающие детали, ну, не интересуют в силу обстоятельств. А работающие, так сказать, детали без проблем. И почему-то я знаю, что человек, который к вам раз пришел, от вас уже не уходит. В чем секрет? Ну, дело в том, что вот вы разговаривали с покупателем. Как бы мы, во-первых, так сказать, единственный, в общем-то, наверное, в городе работающий в этом направлении более-менее как бы с широким ассортиментом. Здесь выбор как комплектующих предыдущих как бы версий, так и новых версий. Поэтому спецы, когда приходят сюда, они здесь ну, практически всегда находят то, что им надо. Ну, наверное, в этом как бы основное, так сказать, наше преимущество. Это первое. И второе, скажем, здесь подбирается очень серьезный профессионал. Продавцы здесь все практически очень грамотные, как в, так сказать, практическом, так и в теоретическом плане. То есть это не юзеры обычные? Нет, это гораздо выше. К нам очень часто приходят продавцы с больших маркетов, видео, позитроники. То есть не все получают здесь место, далеко не все. И вот так получается, что последние 5-7 лет я доволен теми вещами, которые мне купила и жена в том числе. Ну, компьютер. Один из. Актуальности он своей не потерял, потому что ну, я точно знаю, для чего мне нужна машина. У меня есть компьютер для компьютерной графики, у меня есть компьютер для видеомонтажа, у меня есть компьютер для интернета, у меня есть компьютер для бухгалтерии. Ничего, такое жиртрестик, да? Ну, вот так вот. Ну, естественно, я потратил бы на это дело очень много денег, если бы не знал, где что покупать, не собирал сам их. Поэтому все за свои деньги. И все не теряет актуальности. Теперь вы понимаете, из чего, в принципе, создан компьютер. То есть это системная плата, это винчестер, это вот видеокарточки. Кстати, вот то, что здесь собрано профессионально, имеет самые низкие цены. Ну, помните, да? 6900 рублей полностью собранный компьютер. Очень неплохие показатели. Конечно, остановлюсь и на тех, кто вас лечит в крупных торговых центрах. Там есть маленький нюанс. То крупные торговые центры, они покупают все большой-большой партии. Как правило, естественно, в Китае, где же еще? В Китае все есть, и страна такая веселенькая. Вот купили они эту партию, запулили вам, и она закончилась. Внезапно что-то случилось. Такое бывает. Вот. Куда обращаться? И нигде уже больше ничего нет. Иди в Delta Inform. Потому что здесь крупнейшая база. А в T-сети вы обратились и все. Ну, то есть заранее потратили $1000. Интересные показатели. Это то, чем я занимался в 93-м, 94-м, 95-м годах. То есть я собирал себе сам компьютер, потому что точно знал, что, к примеру, материнская плата может
выдержать и 2, и 3 поколения процессоров. Теперь умные люди здесь, в Delta Inform, делают то же самое. Потихонечку из комплектующих собирают себе игровую станцию, станцию компьютерной графики. Для интернета это вообще отдельная песня. Мне его сейчас соберут специалисты за 5 минут буквально. И все будет работать. И это действительно быстро, когда за дело берется специалист. Собирается из компонентов живой и рабочий компьютер. И вот он, результат 200-летнего прогресса. Ну, 200 лет все совершенствовалось, а за 2 минуты в действительности можно собрать компьютер. 2 плюс 2 равняется 4. А иногда 2 равняется 4. То есть специалисты фирмы Delta Inform делают 4-ядерный компьютер по цене 2-ядерного. Это нормально. Для тех, кто все еще сомневается, мы идем к вам с компьютером. Он выглядит как новый. Он немножко бушный, но ничего страшного. Ведь даже 4-летняя стиральная машина, она стирает так же, как новая. И вот это все эти рекламные трюки, они меня немножко достают, и я бы, конечно, по голове бил бы создателям, которые говорят, что каждые 30 секунд в России ломается стиральная машинка. Я посчитал, с головой все в порядке и с калькулятором. Так вот, за 10 лет стиральными машинками могли бы заставить территорию города Челябинска. То есть это все рекламный трюк. А вот она, голая правда. Низкие цены, индивидуальный подход и не всегда то золото, что блестит, потому что иногда БУ так блестит и так работает, покруче нового даже. Так почему же все-таки Delta Inform? Потому что здесь решаются проблемы, а не впаривается товар. Здесь, прежде чем взять деньги, узнают предназначение, и вместе вы деньги-то и сэкономите. Любые конфигурации и любые цены. И здесь дешевле, чем где-либо, потому что с мозгами и руками. Кстати, навертеть машину и поддержать ее в тонусе, и это тоже легко. Потому что есть все. И это, наверное, уже норма. Каждому члену семьи персональный компьютер. Ведь сотовый, да и не один, есть-то у каждого. А вот компьютер дешевле сотового? Нет, не порядок. Так наведем порядок вместе с Delta Inform. Вот она, информация для тех, кто в танке. Как найти фирму Delta Inform? Она, в принципе, всегда здесь располагалась, на Карла Маркса 164. Ну, только местечки были чуть-чуть разные. Сегодня вот заходим сюда. Все понятно, нет? Поднимаемся и до конца. И пока ваша жена довольствуется мебелью, вы, голова и голова семьи, покупаете компьютер на все случаи жизни. Конечно, очень больно это видеть и слышать, наверное, маркетологам, наркотологам, ну, в общем, теми, кем я очень сильно недоволен. Потому что приходил раньше, спрашивал, ну, давайте поработаем, ликвидируем компьютерную безграмотность. Не захотели, ну, так получите, фашист, гранату. Вот, и в результате, конечно, вот кто-то пакостит по-мелкому на вот этом баннере. Потому что теперь всем уже, наверное, ясно, что компьютер, часть семьи, может с вами быть и очень долгое время. Причем практически в той базовой конфигурации. Только если вы его сильно-сильно очень любите и вместе с Delta Inform регулярно его чуть-чуть апгрейдируете. И это очень недорого. Ну а когда наступает время, просто здесь же покупаете и еще один компьютер. И потом Counter-Strike дома с сыном. Ну или там вы много чего в этом дивном электронном мире.